1859 году в Германии в университетском городке Хайдельберге профессор химии Роберт Бунзен и профессор физики Густав Кирхгоф открыли так называемый спектральный анализ. Оказалось, что в раскаленном состоянии каждое вещество излучает определенный, присущий только данному веществу и неповторимый, как отпечатки пальцев, набор цветных линий. Их можно наблюдать с помощью особого прибора – спектроскопа. Через 9 лет французский астроном Жюль Жансен и независимый от него английский астрофизик Норман Локьер заметили в спектре солнечных протуберанцев неизвестную желтую линию, не совпадающую с желтой линией земного натрия. Так вскоре появилась гипотеза о существовании неизвестного на Земле солнечного вещества гелия. Более четверти века загадочное вещество оставалось недосягаемым и сомнительным журавлем в небе. Начавшись на Солнце, история гелия через 27 лет неожиданно опустилась на Землю. В те годы, в конце прошлого века, в Королевском институте Великобритании и в университетском Кембридже на тихой улочке Фрискоу-Лейн в знаменитой ныне Кавендишевской лаборатории работал выдающийся английский физик лорд Джон Уильям Релли. В 1893 году мне понадобилось с помощью новых, особенно точных весов, проверить плотность некоторых газов. И тут я заметил странную вещь. Литр азота, добытый из воздуха, оказался на 6 миллиграммов тяжелее, чем литр азота, добытый из аммиака. 6 миллиграммов, разумеется, вес небольшой. Это вес блохи. Но 1 литр азота не может быть тяжелее другого, даже на сотую часть блошиного веса. Я стал добывать азот из разных соединений и во всех случаях получал одинаковый результат. Так почему же азот, добытый из воздуха, тяжелее? Я написал о своих опытах в журнал Nature и спросил, не может ли кто-нибудь ответить на этот вопрос. Nature – очень известный журнал. Во всем мире нет такого физика или химика, который не читал бы журнал Nature. Но никто не отозвался на мое письмо. Никто не смог объяснить аномалию воздушного азота. Тогда я обратился за советом к своему приятелю, профессору химии Лондонского университета Уильяму Рамзаю. I said to Rayleigh, there are no miracles in this world. Я сказал лорду Рейлию, чудес на свете не бывает. Если азот, полученный из воздуха, тяжелее, значит, это не чистый азот, значит, в нем есть какая-то примесь. Но почему же до сих пор никто ее не заметил? И тут я вспомнил, что был такой человек. Давно, больше 100 лет назад. Больше 100 от меня, а от вас больше 200. Henry Cavendish. He was a lonely and reserved person.
Этого человека звали Генри Кавендиш. О его странностях и причудах в Лондоне ходило много слухов. Говорили, будто иной раз он за целый день не произносит ни слова, и чтобы не встретить знакомых, не терять времени в праздных разговорах, предпочитает ходить посередине мостовой. Эта беспримерная сосредоточенность выглядела странным чудачеством, но она же сделала его великим ученым. О многих своих опытах и открытиях Кавендиш никому не сообщал, а только записывал все в своих дневниках. Через много лет после его смерти другой английский физик разыскал его рукописи и напечатал их. Книга называлась «Электрические исследования достопочтенного Генри Кавендиша». Я читал ее в свои студенческие годы и тогда же сделал на ее полях заметку «Обрати внимание». Это было описание одного опыта, который удивил и озадачил Кавендиша. В изогнутой трубке, опущенной в ртуть, азот под действием электрических разрядов соединялся с кислородом. Полученные окислы растворялись в каустике, а на освободившееся место в трубку поднималась ртуть. Три недели, сменяя друг друга, Кавендиш и его слуга вращали электрическую машину. Все меньше газа оставалось в трубке, и, наконец, ртуть заполнила оба ее колена. Но приглядевшись, Кавендиш увидел в ней маленький пузырек и записал в дневнике. Это был остаток азота, который почему-то не соединился с кислородом. Вот когда я вспомнил о своей заметке на полях старинной книги. Азот ведь Кавендиш добывал из воздуха. И в этом азоте оставался крохотный пузырек газа, который никакие разряды не заставили соединиться с кислородом. Так, может быть, это был не азот вовсе, а какая-то примесь, которая делает воздушный азот тяжелее. Мы с лордом Реллием решили извлечь эту примесь из воздуха. Мы заперлись в своих лабораториях и условились не выходить, пока не решим задачу. Я повторил опыт Кавендиша, но в гораздо больших размерах. У меня ведь были уже электрические приборы, о которых Кавендиш не мог и мечтать. В большой стеклянный баллон я закачал смесь азота и кислорода, включил подачу каустика и электрический ток. Dissolving in nitric acid and oozing out of the cylinder. In a few hours, all the через несколько часов весь азот и весь кислород, соединившись, растворились в каустике, но слабое давление газа в баллоне осталось. Это давало знать о себе та неизвестная примесь, которую мы так упорно искали. Я тут же написал Рамзаю. I could also please Sir Riley with another stroke of luck. Into a tube I placed small pieces of magnesium. В ответ я смог порадовать коллегу такой же удачей. Азот в моей установке соединялся не с кислородом, а с магнием. Струю воздушного азота я 10 дней гонял по трубке с раскаленной магниевой стружкой. Горячий магний поглотил азот. Осталась лишь загадочная примесь, которую я перевел в другую трубку. Под действием тока газ в этой трубочке светится. Можно увидеть теперь его спектр. Нет, это был еще не гелий. Другой и тоже дотоле неведомый газ мерцал в прозрачной трубочке.
13 октября 1894 года на съезде Британского общества естествоиспытателей в Оксфордском университете мы с Рамзаем сообщили об открытии нового газа. Физик Лодж спросил нас тогда: «А не открыли вы, господа, также имени этого газа?» «Да, мы думали об этом и назвали его аргоном, то есть ленивым или бездеятельным, потому что он не соединяется ни с одним веществом. Такого странного элемента никто еще никогда не встречал». Вскоре после сообщения об открытии аргона я получил письмо от лондонского химика Генри Майерса. Да, я написал Рамзаю, но к этой истории имею, по правде сказать, весьма косвенное отношение. Я всего лишь указал ему на одну статью в американском геологическом журнале. Впрочем, я думаю, вам лучше встретиться сначала с известным исследователем Арктики, шведом Норденшельдом. В Стокгольме, в Музее естественной истории, в отделе, который некогда возглавлял Адольф Эрик Норденшельд, хранится коллекция собранных им минералов. В 1858 году, во время экспедиции на остров Шпицберген, я обратил внимание на черные зерна и прожилки в некоторых горных породах. Вместе с другими образцами мы привезли кусочек породы в Стокгольм и тщательно его изучили. Он оказался дотоле неизвестным и редким минералом. Его назвали клевиитом. Потом я слышал, этим минералом занимался американский геохимик Хильдебрандт. В 1885 году, исследуя химический состав клевиита, я заметил, что при кипячении в разбавленной серной кислоте он выделяет какой-то негорючий газ. В общих чертах этот газ как будто давал спектр азота, но вместе с тем я заметил в нем какие-то новые, неизвестные линии. Узнав об этом, мои коллеги стали подтрунивать над моим, якобы новым элементом. Я был мало знаком с методами спектрального анализа и вскоре прекратил исследование этого газа, приняв его за обыкновенный азот. Однако в статье, которую я послал в геологический журнал, я все-таки упомянул о неизвестных линиях в его спектре. Вот об этой статье Хильдебрандта я вспомнил, когда узнал об открытии аргона. Может быть, газ, полученный из клевиита, совсем не азот, а недавно открытый аргон. Об этом я и написал Рамзаю. Я послал мальчика, который прислуживал в лаборатории, за клевиитом. Он обошел весь Лондон и в каком-то химическом магазине за 3 шиллинга и 6 пенсов купил 1 грамм минерала. К вечеру мы с моим ассистентом Мэтьюзом извлекли несколько кубических сантиметров газа. Наконец, Мэтьюз включил ток, газ в разрядной трубке засветился, и я прильнул к спектроскопу. Я знал, что в спектре аргона должны светиться оранжевые и зеленые линии, но у этого газа светилось желтое. Я скорее готов был поверить в неисправность своего спектроскопа, чем в открытие нового газа. Я проверил прибор, собрал его снова. Желтая линия светилась на том же месте. Она как будто совпадала с загадочной желтой линией, которую Жансен и Локьер заметили когда-то в спектре солнечных протуберанцев.
Значит, в трубке у меня не азот и не аргон, а солнечный газ гелий, вещество, которое не держал в руках ни один человек на Земле. Чтобы уточнить положение линий в спектре нового газа, я послал свою трубку Вильяму Круксу, лучшему спектроскописту в Англии, а может быть и в мире. На всякий случай я скрыл от него предположение, что в трубке находится гелий. Я написал ему, что нашел какой-то новый газ, который предлагаю назвать криптоном, и прошу определить положение линий в его спектре. Когда в моем спектроскопе вспыхнула желтая линия, я сразу понял, какой газ прислал мне Рамзай. Убедившись в этом, я послал ему телеграмму. «Криптон — это гелий. Приезжайте, увидите». Я поехал и увидел. После измерений Крукса уже нельзя было сомневаться, что открытый газ — это гелий. В тот же день, 23 марта 1895 года, я сообщил об этом в Королевское общество и в Парижскую академию. Некогда в этом зале впервые прозвучали сообщения о спектре солнечных протуберанцев. Через 27 лет здесь же было объявлено, что солнечный газ открыт на Земле. Но и это было лишь началом. Вскоре я заметил странное правило. Если в составе какого-нибудь минерала есть уран или торий, в нем обязательно содержится гелий. А если урана или тория нет, никогда нет и гелия. Почему же гелий встречается только там, где есть уран или торий? Эту загадку мне не удалось разрешить. Операция «Гелий» продолжается. Смотрите следующий фильм.